парк в Екатеринбурге, пожалуй, единственный на месте старинной усадьбы с немножко сохранившимся ландшафтом, недалеко от Вознесенского храма. Тут есть и пруд, и вот такая ротонда. Вот. И тут есть еще и мостик. Вот это все ограждает небольшой прудик. И вот мост, который идет на этот островок. Есть тропинки вокруг, по которым можно погулять. И на самой горке, отсюда не очень видно, за деревьями стоит Вознесенский храм. Это такой практически центр Екатеринбурга. Атрибуты современной жизни. Вот такие вот замочки. Они сейчас везде во всех городах, где только можно, их цепляют. Вот деревянный, немножечко такой деревянно-металлический вид на остров с ротондой на мостик с другой стороны. Немножко иметь представление. Да, здесь много детишек. Ой, много с колясочками ходит молодых мамашек, папашек. Просто гуляет. Наверняка тут есть горки, мы видим их следы. Хотя сейчас снега нет, поэтому горки такие полуземляные. Ну, в центре города приятный парк. Аттракционов я пока не вижу. И так погулять очень даже приятно. Вот они и горки обещанные. Уже даже некоторые присыпанные снежком от Вознесенского храма и прямо в пруд. Ну-ик. Лестница поднимается прямо к храму. С парка можно сходить, посмотреть. Он не новомодный, прям 19 века, так что... Такой вот вид сверху. Поднялись мы по этим ступенькам. Очень красивый, неровный, на горочке приятный парк. Но сейчас, конечно, и снега мало, и не лето. Но зато все просвечивает очень симпатично. Есть чем заняться и летом, и зимой. Летом гулять в тени деревьев или прятаться под деревьями, под тенью от дождя. А зимой кататься с детьми на санках с горок. Приятное место. Именные деревья посажены стипендиатами. Ну, акция Макдональдса, знак Макдональдса тут. Вот яблоньки стипендиаты посадили. И так вдоль всей аллеи. Хорошая идея. Благодаря стенду вспомнила. Это Харитоновский парк. Тут есть такой вот список деревьев, которые тут растут. И птицы. Птиц можно изучать, которые тут обитают. Ну, детишкам можно тут посидеть на лавочках, в небольшом таком скверике вокруг цветничка. И внимательно рассмотреть птичек. Птиц тут и правда полно. Изучать. Такое небольшое ландшафтное прекрасное место. И можно погулять, покормить птиц, поизучать их. Тут целая кормушка для голубей. Ну, просто приятно прогуляться с семьей, с детишками или просто романтическую прогулочку сделать себе. От бывшего дворца пионеров тут остался детский экологический центр. Здесь поэтому и птицы изучают, и деревья, и даже есть оранжерея.